це програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юськова. Понад 3 місяці війни та сотні тисяч скалічених життів. Тільки у Кривому Розі кількість тих, кому вдалося оберегти своє життя та вирватися з гарячих точок, складає більше 60 тисяч. Першим надає допомогу вимушеним переселенцям реєстраційний пункт у Народному домі. Детальніше про його роботу розкаже гостю нашої студії Наталія Патрушева, голова громадської організації «Егіда-центр». Вітаю в студії, пані Наталія. Доброго дня. Пані Наталі, війна застала всіх зненацька. Всім відомо, що в перші дні дуже багато людей були вимушені покинути свої домівки та від'їхати до більш безпечних місць. Одним з них став Кривий Ріг. Громадська організація «Гіда-центр» в тісному зв'язку з військовою адміністрацією міста з перших днів війни почала надавати необхідну допомогу вимушеним переселенцям. Розкажіть, будь ласка, як на той час у лютому була організована дана допомога? Який стан справ сьогодні? Знаете, 24 числа февраля месяца я была на семинаре, который проводила представительница Рады Европы в Украине. Мы были на учебе. И 24 числа я проснулась в 4:20 от взрывов. Поэтому я понимаю, что это такое. Я не могла выехать оттуда очень долго. С Киева. Вагоны были переполнены. Мы уже, когда возвращались, ехали, нас уже сидело 10 человек в купе. Полностью состав был забит, проходы были забиты. В основном это возвращались дети. В вагоне была смертельная тишина. Все боялись, поезд долго не мог отправиться, потому что постоянно воздушная тревога была. Вот. Это, ну, очень тяжело. Я когда приехала уже в Кривой Рог, когда я с вагона вышла уже, у меня просто непроизвольно текли слезы. Я вам не могу передать, сколько, ну, вот какое-то чувство, что я вернулась вот домой. Вот я знала, что здесь будет более беспечно. Вот. 24-го уже после обеда мне позвонили с исполкома и сказали, что формируется штаб військовой администрации и что наша организация, мы будем включены непосредственно в работу штаба по приему переселенцев. Так как мы работали уже давно с переселенцами, у нас очень много есть чем гордиться нашими достижениями, поэтому нас в первую очередь сюда и пригласили. Уже с 24 числа мы начали разворачивать свою работу. Это мы начали организовывать шелтеры, где можно было поселить людей. И надо было, мы уже писали обращение ко всем жителям нашего города, что к предпринимателям обращались, что необходима ваша помощь, ваша поддержка в связи с тем, что вот такие события, надо поддержать людей. И 25 числа у нас уже было 150 человек первых, которых мы зарегистрировали. Это в основном была Киевская область. Вот. Спасибо людям, спасибо нашим горожанам, спасибо предпринимателям, которые откликнулись, потому что первое время город не мог поддержать и обеспечить людей питанием. Поэтому полтора месяца мы кормили людей практически за счет громады, то есть людей и предпринимателей в нашем городе. На сегодняшний день, конечно, намного проще обстоят дела, потому что мы повыходили за это время и на международные фонды, повыходили и на наши городские громадские организации, которые поддерживают нас. И поддерживает также нас очень хорошо город на сегодняшний день. Люди, которые приезжают, мы знаем, что мы их можем обеспечить продуктами питания, вещами личной гигиены, можем обеспечить постельным бельем. Но на сегодняшний день эти вопросы намного проще решаются, чем это было 24 числа. Скільки переселенців за більше ніж 3 місяці війни зверталося до спеціалістів Народного дому, з яких регіонів? Чи можемо сказати, що наразі кількість таких звернень менше, ніж в перші 2 місяці війни? І чи багато наразі матусь та маленьких дітей отримали у вас допомогу? Смотрите, на сегодняшний день через Народный дом прошло больше 47 тысяч. Но официально, которые уже зарегистрировались и получили справку ВПУ, это где-то больше 38 тысяч. Потому что люди очень много останавливаются у нас на 2-3 дня. То есть
пока они приходят в себя и решают, или им остаться здесь, или может поехать дальше, на Западную Украину или за рубеж. Поэтому мы первые, которые встречаем в нашем городе, всех переселенцев, через наш дом проходят абсолютно все переселенцы, которые приезжают к нам в город. И мы первые подаем руку помощи этим людям, потому что надо им и теплом, будем говорить, и заботой их встречаем, потому что люди действительно приезжают, очень много людей приезжают. То есть в чем стояли, в том и приехали. У многих нет ни паспортов, ни идентификационного кода, вообще никаких документов нет. Поэтому хорошо, в нашем народном доме хорошо очень поставлена работа в плане того, что здесь работают и социальные службы, у нас работает и виза, и многие другие подразделения. То есть и военкомат работает, и прокуратура работает. То есть все спектры, которым человек, который приезжает, он может получить сразу же любую консультацию на все вопросы, которые его интересуют. Ему не надо ездить по всем службам и собирать какие-то документы. Мы помогаем полностью собрать документы. Что касается наших молодых мам, будем говорить, беременных женщин. Ну, на сегодняшний день, если мне не изменяет память, наверное, 90 малышей народилось уже в нашем городе. Это первая была у нас девочка, которую назвали Виктория. Второй был мальчик, которого назвали Виктор. Значит, всем беременным женщинам, которые собираются рожать, мы приглашаем в народный дом. Мы им поможем собрать все необходимые вещи для того, чтобы можно было идти в роддом. У нас все есть на сегодняшний день. И пеленки, и распашонки, и памперсы, и детское питание. То есть всем необходимым, включая коляски, мы можем этим молодым мамам все это можем собрать и передать. Вот. Что касается людей, которые на сегодняшний день вообще с малышами приехали, да, мы также, вне зависимости от того, получали они в этом месяце, не получали, мы даем продуктов питания столько, сколько необходимо этим детям, и памперсов столько, сколько необходимо детям. То есть мы не ограничиваем, что вот вы получили один раз, и больше мы вам не даем. Нет, мы выдаем это постоянно. Розкажіть, будь ласка, ви вже трошечки сказали про допомогу, що це дійсно велика така допомога і від міста, і взагалі від структур різних. Хто долучається до ініціативи допомоги тим, хто цього потребує? Ну, если сказать о международных фондах, смотрите, мы работаем с многими международными фондами. Это и ДИРСИ, это и Интерсос, это АДРА, это Право на захист, это АКТЕТ. Работает с нами. И ООН работает с нами. То есть, ну, каждый из этих фондов, они работают в разных направлениях. Например, Stabilization Super Service – это одна из таких более стабильных наших поставщиков. Они работают в одном направлении. Например, они нам гигиену могут выдать, они нам могут бытовую технику помочь приобрести. Некоторые могут только постельное, некоторые только питание. Поэтому, когда мы работаем с разными фондами, поэтому мы у себя накапливаем весь необходимый товар. И когда люди приходят, мы можем что-то людям выдать. Да, иногда приходят, вот надо гигиену. Но на сегодняшний день нету гигиены. Но через неделю она у нас может быть. Поэтому мы говорим людям, чтобы приходили и обращались. Сегодня нет, завтра будет. Сегодня у меня нет подушек, но мне пообещали, что через неделю эти подушки завезут. Поэтому мне хочется сказать, во-первых, всем фондам большое спасибо, которые с нами работают. И большое спасибо моим волонтерам, которые организовывают эту всю разгрузку, погрузку. Также мы обеспечиваем и территориальные центры, и продуктами питания, и постелью, и бытовой техникой помогаем. Помогаем общежитиям. Вот вчера, сегодня мы разводим на общежития, в которых не организовано питание. Мы развозим продукты питания на сегодняшний день. Также мы подключили сюда сейчас военных, которые у нас есть, пенсионеры или раненые. Мы связались с Советом ветеранов.
И помогаем также им продуктами питания. Ну, в общем, работаем с разными структурами, подразделениями в нашем городе. То есть мы помогаем не только переселенцам, но помогаем и людям, которые живут действительно в нашем городе и нужна им помощь. Щодо допомоги переселенцям трошки детальніше. Яким чином громадська організація «ЄД-центр» та загалом штаб Народного дому допомагає внутрішньо переміщеним особам? Знаємо, що у вас працює багато підрозділів та є реєстраційний пункт. Розкажіть про це детальніше. Смотрите, в першу чергу, чоловік, який приїжджає, він обращається в Народний дом. Он регистрируется. Но чтобы получить справку ВПО, ему надо обратиться в Управление труда и социального защиты населения, где ему выдадут эту справку ВПО. По этой справке он может уже регистрироваться во всех остальных фондах. Это и ЮНИСЕФ, и Красный Крест, и ООН, где выдают материальную помощь. Вот. Что касается нас, то мы не занимаемся материальной помощью. Мы можем только оказать это продукты питания. Это у нас есть вещи. Обувь у нас есть. Сейчас ведем переговоры с другими международными организациями, чтобы помогли немножко нам с одеждой и с обувью, потому что уже пришло лето. Ну, не хватает нам этой одежды. Что касается продуктов питания, на сегодняшний день мы выдаем и по второму, и по третьему разу продукты питания тем людям, которые действительно нуждаются. За детей я говорила, что детям неограниченно оказываем помощь в продуктах питания. Что касается еще наших, значит, с нами работает, ну, я уже говорила, если говорить про органы власти, это Управление труда и социального защиты населения, которые, ну, действительно, они очень большую работу делают. Они вместе с нами и днюют, и ночуют в этом народном доме. И все необходимые документы, я уже говорила, что тут и военкомат сидит, здесь и прокуратура, потому что люди очень часто приезжают и узнают своих врагов, так сказать, которые проводили, которые сдавали, которые показывали дома, где живут, или бывшие военные, или администрация населенного пункта. И были такие казусы, что люди до драки доходило. Хорошо, что у нас есть прокуратура. Приходили, отдавали прокуратуре и номера телефонов, и машины, которые они считают, что это предатели, и сдавали их сразу в прокуратуру. Как-то так получается. На жаль, вимушені переселенці, які звертаються до вас за допомогою, мають різні історії свого порятунку. Розкажіть, будь ласка, одну з останніх, яка залишила відбиток у вашому серці. Ну, останніх очень много. Будем говорить, есть разные ситуации, когда люди и выезжают, и стоят на блокпосту, и по несколько дней стоят. Они рассказывают, как они проходят эти блокпосты, каково они унижение проходят, обыски вот эти вот все. Что у них очень часто, когда выезжала в Высокополье, они рассказывали, что у них забирали и продукты питания, и документы, и мобилки, и ноутбуки забирали, все забирали. Вот. Но то, что вот больше всего мне врезалось в память, это когда привезли нам, наши же волонтеры, привезли нам женщину с двумя детками. Одному ребенку до года 8 месяцев было, а второму где-то до 2 лет. И мама шла пешком. Она шла больше 15 километров пешком с этими детьми. Мужа убили, они ночью похоронили его прямо во дворе с соседкой. И она собралась ночью и шла пешком. И она когда приехала, она рассказывала. То есть она плакала, и вот мы сидели, все рядом плакали. Очень тяжело, когда люди рассказывают, то есть я вот сейчас вот начинаю вспоминать, у меня уже слезы на глазах, потому что каждая история, это событие, которое уже останется, наверное, на всю жизнь у людей. І наостанок, за якими контактами вимушені переселенці можуть звернутися до Народного дому, до ЄД-центру для отримання необхідних консультацій та допомоги? Ну, у нас є наш номер телефону, я би хотіла, щоб його вивели на екран. Вот. И непосредственно мой номер телефона есть. У нас есть и страница своя в Фейсбуке, можно заходить, забивать ЄД-центр, громадская организация. И можно звонить на наши телефоны. Пожалуйста, выведите телефоны на экраны, чтобы люди могли к нам обращаться, если нужна просьба. Любые вопросы мы готовы помогать и с паспортами, и с рождением детей. И все вопросы, которые интересуются, мы готовы помочь людям.
Пані Наталію, дякую вам за те, що ви прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин». Я Дар'я Юськова. Бажаю всім доброго настрою, миру. Побачимось.